Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и мы продолжаем проходить парк. Точнее, не парк, почему я его парк называю? Мир юрского периода. Jurassic World. Мы находимся в контрольной точке, на котором в прошлый раз остановились с вами, и давайте побегаем дальше, посмотрим. О, боже мой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, отстань от меня, фу-фу-фу. Тетка, помоги мне, помоги. Отстань, отстань. Мужик, мужик, помоги мне, помоги. Да что ж такое? Фу-фу, противный. А, меня съели. Так, надо как-то с ним справиться. Все, фу. Это была маленькая паника. Ладно, извините. Окей, давайте пойдем дальше. Значит, если вы помните, в прошлом видео мы с вами спаслись от тираннозавра. Значит, спасли девочку. Вот она у нас рядом с нами бегает. И есть еще мальчик, который вот там вот в машине. Вот там вот, вон там в машине сидит. Нам его с вами надо как-то достать будет сейчас. Здесь мы можем что-нибудь сделать? Да, совочка можем покопать. Давайте покопаем. Так, здесь есть какой-то руль, какая-то баранка. Ее куда-то надо, видимо, пристроить. Куда? Давайте найдем куда. Свинюшка тут какая-то есть. Свинюшка нам пока, наверное, не нужна. Вот здесь вот ручка, стрелочка показывает сюда. Давайте ее сюда поставим и посмотрим. Так. Крутим. Ай-яй-яй. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть контакт. Опа, пошла вода. Так, и нам намыло, видимо, кости какие-то, да? Сейчас нам нужно будет их, видимо, собрать в какого-то динозавра. Или что это такое? Так, какой-то трамплин, что ли? Ну-ка, а что здесь? Здесь нам нужен другой герой. Мы здесь ничего сделать не можем. А, это вот, смотрите, видимо, качели какие-то. Ну-ка, что нам? Чтобы воспользоваться лего-качелями, нужны два героя, например, тра-та-та. Нажмите далее. А. Нажмите B, чтобы встать на нужную точку. Одним из них, затем переключитесь на другого с помощью Y и нажмите на A. Окей. Давайте сделаем так. Так. Переключаемся. А как туда? Нет, нифига. Может быть сюда? А, вот, Б. Теперь Y. Так, нет. Должен быть какой-то секрет. Давайте-ка переключимся. Вот сюда, на Б. Теперь Y и... А, вот как. Отлично. Так, а сюда нам нужно тетку позвать, на самом деле. Ну-ка. Ловкие персонажи могут забираться в труднодоступные места, цеплять за розовые голубые объекты лего по нажатию А. Окей. Их нет. Видимо, нам нужна девочка. Все-таки. Давайте берем вот эту. Берем вот эту. Опа! Фу, блин! Опять я не то сделал. Давайте девочку. Берем. Так. Вот этого. А. Вот. Отлично. О! Есть. Так, что здесь? С помощью дальнобойного орудия вроде тра-та-та, как у тра-та-та, можно пронзить лего-мишень. Окей. Нет. Я что-то не понимаю. И как? Так, 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 так. Ну, мы ничего здесь паразита не можем, у него же нет ничего. Странно.
Давайте тогда здесь уберем. Какая-то свинюшка. Может быть, мы можем свинюшку достать? А, можем, да, смотрите. Все, побежала свинюшка. Отлично, мы спасли и получили коробку с косточками. Отлично, давайте дальше. Тут какая-то есть фигня. О, страшная, он боится темноты. Ну, нас просят явно другого героя выбрать. Б. Игрик. Блин. А? А? Смотрите, получилось. Так, а как раскачаться? Эй, мэн. Блин. Он свалился. Так. Игрик. А? Нет. Ну, видимо, нам как-то надо по-другому все это делать. Нет. Нет. Зашибись. И какая вообще мысль? Что дальше надо делать? Может быть, девочка сюда может зайти? Тоже боится темноты. Окей. Давайте тогда здесь соберем все. Может быть, здесь где-нибудь какая-нибудь секретная фигуринка есть. Так, П, Игрек, А, прыгаем, джампим. Так, теперь розовые и голубые объекты, та-та-та. Не, ну вот здесь, вот смотрите, вот реально ловкая, да? Оп. Йоу, йоу-йоу-йоу, нет, не то. Нет, сейчас мы все-таки разберемся. Мы просто так это не оставим. И в любом случае, иначе мы здесь застрянем. Так. Слушайте. А вот он может явно лианой, наверное, как-то сделать. Что-то обрезать. Так, можно поразить лего-мишень. Окей. Б. Так, она орёт у нас. Окей. А, во-во-во-во-во. Есть. Успех. Все, мы справились. Оказывается, я просто не то жмакал. Ну и теперь он, наверное, поднимется. Слышь ты, Харек, поднимайся. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Тимми, Дим, я поднимаюсь. Так, теперь нам здесь что-то надо сделать. Так, нет. Ага, отлично. И теперь я думаю, что нам надо как-то так вот на лиане. Раз. Так. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, слава богу, мы здесь уже придумали лестницу сделать. И можем раскачаться. А давайте вверх поднимемся. Что тут у нас? Ух, страшно. Так, сейчас мы туда еще раз. Так, 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 опа. Так, есть, так. Так. Нет, погоди. Оп. Так, сюда, сюда. Да что ж такое? Так, сюда, 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 оп. Сюда, сюда,
Сюда. 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 Опа. Есть. Так. Да вниз ты слезь. Так, здесь тоже давайте разберем. А вот теперь сюда. А? А? Я себя чувствую какой-то обезьяной. Так, и здесь мы тоже можем что-нибудь кинуть. Давайте. Есть. О, отлично. Так, мы можем дальше туда, наверное, пройти. Аккуратненько. Проползаем. Прикольно. То есть с этой стороны здесь пройти нельзя. А с той можно. Так, ну нам нужен этот деятель второй культуры спорта. Давайте переключимся на него. Чё ты тупишь-то? Давай вверх. Вверх поднимайся. Вверх. 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 О. И теперь сюда. Давай, ползи, ползи, ползи. А-а-а. Нет. Короче, придется тоже на лиане качаться. Окей. Оп. Есть. 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 Так, полезли сюда. Сюда. Отлично. И теперь здесь режем все. Собираем. Так, это у нас батут, наверное, будет. Да, это у нас будет батут. Так. Раскачиваемся. Отлично. Есть, есть. Сюда поднялись. Так, теперь сюда. Вау! Круто. Только единственное, знаете, что я хочу вам сказать, что... Ай-яй-яй. Так. Вот там вот еще какой-то динозаврик. Хочу посмотреть, может быть, мы можем что-то открыть. Вот там вот-вот-вот, видите, решетка? Сейчас посмотрим. Так, нужен другой персонаж. Я их пока еще... Так, нет, короче, все, это не мы. Ладно. Есть. Раскачиваемся. Давай, 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 давай. Оп. Опа. 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 Классно. Это так сделано суперски. Мне очень нравится. Давайте здесь все разобьем. И здесь теперь тоже все разобьем. Так, и полезем сюда. Оп, 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 опа. Ой-ой-ой. Оп, оп. Ой. Не то. Так, сменили. Раз, 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 раз. Так, вот мы почти добрались до машины. Сейчас давайте стрельнем по мишени. Во. Этот кекс может туда добраться. О, лиане. Отлично. Так, давайте мы здесь заберемся. Так, сюда, 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 сюда. И здесь, наверное, нам нужен коготь. Давай, иди сюда, иди сюда. Так, вот сюда и режем. О, отлично. Так, что дальше? Дальше, наверное, нужно разбить стекло криком. О, нет. Тогда кричим. Есть контакт? Ты окей? Ой, ты цел? Меня вырвало. Ничего страшного, дай мне руку. Да ладно, ладно, ползите, ребятки, побыстрей. Как карабкаешься, главное не смотреть вниз.
Окей, ладно. О, нет, быстрее. Тын-т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 ын. Прикольненько. Так, и что, мы в машине? Ха-ха, отлично. Мы опять в машине? Эй, какой-то паровозик получился. Да, то хоть с дерева слезли. Жесть. Так, где вторая машина? Алан? Алан? О, какой секси-мен. Ян. Рискнем его перетащить. Рискните, уж пожалуйста. О мой бог. Я сейчас чувствую, мы будем от этой штуки угонять. Так, надо ускориться. Как ускоряться-то? Так, ага, мы можем крутить. Ой-ой-ой. Супер. А, фаер мы бросаем в него. Ух ты. Так, надо понять, как фаеры бросать. Ага, все, понял. Вроде уехали. О мой бог! Это тоже часть экскурсии? Осторожно! Так, едем. Ой, черт! Ну, вы стреляйте как-то точнее. Харе орать, корова! Ну, блин, жрать хочет. Опа. Есть контакт. Чух. Упал в обморок. Напомните мне благодарить Джона за чудесные выходные. Нам ни за что не найти, какую команду задействовал Недри. Круто. Единственный способ обратить изменения — отключить всю систему. Круто. Пожалуйста, отключите систему. Получилось, видите, работает, получилось. Просто отключение выбило предохранитель. Дайте мне 3 минуты, и я восстановлю питание по всему парку. На всякий случай мы сейчас переместимся в аварийный бункер, подождем там, пока мистер Арнольд не вернется и система не заработает. Я совершил ошибку, нанев Недри. Зря ты, чувак, кушаешь мясцо. Сейчас тебя тоже на мясцо пустят. Отлично. Хорошая приманка. И сейчас как из пряничного домика за ним пойдут по конфеткам, по пряникам. Динозаврики. О, хороший мальчик, хороший. Хочешь мою еду? Класс. Ну все, чел без поточил и остался. Так, ну что, эпизод у нас пройден, доступен режим свободной игры. Давайте мы с вами тогда, наверное, пропустим это все дело. 97% пропустить. Дали нам новых героев: Ян Малькольм, Лексли Мерфи.
И доступен экскурсионный автомобиль. Мы теперь можем выбирать его. Отлично. Так, золотых блоков мы с вами не прошли. Их, видимо, потом придется в режиме свободной... свободного прохождения проходить, когда будут автомобили, чтобы можно было добраться. Так, ну и здесь у нас идет продолжение истории. Опять здесь же, на этом же самом месте. Я думаю, что нам надо, наверное, где-то здесь сохраниться. Как помните, наши герои спустились с дерева в разбитой машине. Такой вот у них есть типа паровозик прикольный. И у нас здесь вот кое-что открылось. Куда идти? Давайте здесь посмотрим, что нужно. Низкорослые персонажи, такие как Тра-та-та, могут забираться в лазы. Окей. Наверное, у нас как раз низкорослые персонажки, я так думаю. Давайте попробуем пролезть. Ага, он может сюда влезть и сюда пролезть. И, видимо, здесь что-то он может сделать. Давайте посмотрим, поищем. Можешь ты что-нибудь здесь... Нет, здесь нужен другой персонаж. Значит, нам нужно как-то мост, видимо, сделать какой-то, чтобы могла машина проехать. Сейчас замутим мостик. Отлично. А, здесь нужно покрутить вот эту хреноту. Давайте крутим. Ух ты, вот эта тема. Смотрите. Из ниоткуда вылез мостик. Так, ну и давайте, наверное, на машине сюда доберемся. Где наши машины? Не знаю, понадобится она нам ой, или нет. Ну, мы сейчас... Нет, смотрите, мы на нее залезть уже не можем. Мы можем ее разобрать и собрать что-нибудь новое. Нормальный автомобиль мы можем собрать. Смотрите, мороженица какая-то у нас. Жесть. Она нам что-нибудь даст? Супер. Опять можем разобрать. Нет, все, больше нельзя собрать. Нельзя. Окей, значит, с машины фокус не прокатит. Идем дальше пешком. Дорога нас зовет. Сейчас будем юзать мы с вами кучку. Кучку. Не знаю, помет это или что это такое у нас. Давайте покопаемся. Здесь наверняка что-нибудь нужно, есть какая-нибудь лестница или еще что-нибудь. Соберем. Ага, отлично, это то, что надо. Так, нам надо туда, но, естественно, туда мы попасть с вами не можем. Зато можем вот сюда пробраться. Собираем, собираем детальки. Оп, 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 ой, оп, ой, 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 оп, 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 и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. О, камера. Прикольно. Эй, вы видите нас? Чуваки! Нет, видимо, нас никто не видит. Так, ну она, судя по всему, сюда надо двигаться дальше. Так, вот там вот что-то работает, смотрите, на стене. Давайте соберем деталюшки. Слушайте, здесь разные дороги идут, грибы какие-то волшебные. Ночной лес, грибы, голубые какие-то уже, голубая трава какая-то. Господи, куда мы попали вообще? Что это такой засад? А, вот здесь какая-то, кстати, есть подсказка или еще что-то. Что тут? А, это у нас карта. Это нам не нужно. Ладно, давайте дальше. Здесь явно можно стрельнуть чем-то. Нам нужна будет вот эта вот подружка. Давайте напью. Опа. Нет. Нет. Или далеко мы стояли? Так, нет. Это не про канал. Не про канала. Так, ладно, тогда давайте дальше. Мне кажется, однозначно там есть какой-то вариант. Может быть, этот чел может что-нибудь сделать. Нет, у него нечем кидать. А вообще, какую у него спецспособность-то? Что-нибудь он может делать?
что я на все клавиши жму, а ничего такого не проявляется. Ну ладно. Фиг с ним. Это тоже ничего не может. Окей. Бежим дальше. На нет, как говорится, спроса нет. Так, бежим сюда. Сюда. И аккуратно перебираемся через вот эту запруду. Так, здесь грибы волшебные. Говорящие грибы. Вау, класс. Ой. Так, и как нам дальше? Что-то я не могу понять. А, прыгать надо, смотрите. Понятно. Надо не в воду прыгать, а на эти штучки. И вот там вот я вижу уже какая-то цель, которую можно заюзать. Оп. Лиана. Опа. Нет, это не тот. Это не тот случай. Дайте нам на лиану прыгнуть. Опа. Во. Есть контакт. Бежим дальше. Слушайте, какая здесь большая дорога. Собираем. Ага, тут страшно. Что здесь? Тоже страшно. Может быть, у мальчика фонарик есть? Ну, что-то у него висит там, смотрите, видите? А, стоп. Я вот вижу, здесь есть что-то. Давайте раскопаем. Батут. Судя по всему, это будет батут. А нет, лестница. Лестница, чудесница. Давайте заберемся сюда. И здесь у нас проломанная стена. Оп. Так, теперь сюда. И режем. Отлично. Давайте здесь тоже режем. Что тут у нас? Take a look down there. Благодаря сокопаемым находкам мы можем утверждать, что у големов было оперение генетики мира юрского периода, сейчас усердно трудится над тем, чтобы создать динозавра в его первозданном виде. Гостевой центр должен быть вон за той возвышенностью. А эти динозавры, они едят мясо? Смотрите, как они разом не направлены, как стоят птицы, спасающиеся от хищников. Это стоит бежать сюда. На перегонки с големами. Так, мы за кого? За мальчика бежим. Так, бежим. Давайте дальше. О, боже. Они нас кушают. Так, сюда. Ой. Вот, ну хотя бы нам дали нормальный вид. О, есть. Можно спрятаться. Давайте сюда заберемся. Как у нас не засек? Посмотрите, как он ест. Пойдемте отсюда. Follow me. Идите за мной. Класс, мы куда-то прибежали. Something went wrong. А, нет, это другая команда. Что-то не так, я пойду сам включу рубильник. До него еще нужно дойти. Ружье. Класс. Карта.
Я буду вас направлять. Сосисон. Сюда. Здесь, видимо, наши пацаны сидят. Мистер Арнольд? Мистер Арнольд? Мистер Арнольд? Мистер Арнольд? Контрольная точка. Так, ну что, я думаю, что мы, наверное, здесь остановимся и продолжим с вами в следующий раз. Большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.